В Сургуте подняли своды дамбы водохранилища реки Саймы. Это делают ежегодно вместе с первыми заморозками, чтобы лед не повредил конструкцию гидротехнического сооружения. После открытия шлюзов вода ушла в обь. В течение суток специалисты наблюдали за процессом. Открытым створ останется до весны. Опустят затворы с приходом тепла после того, как река разольется вновь. То есть, когда это сооружение строили, в соответствии с инженерными техническими решениями предусмотрен именно механизм опорожнения осеннего и весеннего наполнения водой из обильных.